Полет за славой. В Томске экстремал прыгнул с парашютом с 17 этажа. Опасный трюк длился несколько секунд и попал в объектив и видеорегистратора. Высота здания почти 50 метров. Для прыжка этого недостаточно. Поэтому, отмечают эксперты, рисковал бейс-джампер не только собственной жизнью, но и здоровьем случайных прохожих. Если бы парашют раскрылся чуть позже, шансов выжить у молодого человека было бы немного. Впрочем, экстремал приземлился благополучно.